золотой орех. Вот орех спиливают на веревках. Высота у него с трехэтажный дом. Ореху 40 лет, но стал клониться. И ради безопасности мы решили его спилить. И вот наши баристы. Да, баристы, по-моему, называются. Ну, по-русски пильщики. Вот они спускают на веревочке потихоньку, которые короткие ветки могут сразу обрубить. А так вот на веревочке, конечно, пилы у них очень хорошие. Прям мгновенно бензопилы. Вот. Ну, работа, я смотрю, тяжелая. Наверху вот он стоит, прям сегодня туман, Алма-Ата. Уже они спилили одну вот эту большую ветку, но не сильно большую, и будут пилить вот по эту развилку. Вот он там, вот он внизу уже пилит, там все уже в ветках. Это второй, двое их работают мужчин. Вот теперь, наверное, сейчас будут вот эту вот основной ствол посередке, вот этот, наверное, будут пилить. И так. Ну, вот так вот выглядит мой сейчас орех.
Вот. Весь двор завален здесь. А вот. Распилили. Все это надо убирать самим. Но все зависит от договоренности. И такая же кучка у соседа. Вот так вот. Вот такая кучка. Вот так. Спасибо ореху. Уже все. Ореха больше нет. Ну вот так вот со второго этажа выглядит орех. Не знаю, конкретно ничего не осталось. Вот так вот выглядит мой дворик. Ага. А вот так вот выглядит соседский дворик. Так, этому ореху 40 лет. Сажали сами. Из краснодарских орехов. Он нам плодоносил несколько лет. Ну, вот так. Но зато солнышко теперь у меня будет. Хоть отбавляй. Так светло стало. На этом все.